Итак, друзья, привет, с вами Тага, и вы находитесь на очередном уроке школы про стерео. Добро пожаловать в очень интересный познавательный урок, на котором мы разберем основные органы управления устройствами, деками, вертушками, а также первый раз сведем музыку. Два трека, которые нам должны понравиться и которые превратятся в одно единое целое. Давайте посмотрим, как это происходит. И начнем с того, что разберем, из чего же состоит пульт диджея. Для каждого из вас, кто уже соприкасался к этому, возможно, будет повторение мать учения, а возможно, вы что-то откроете новое. Но попробуем сделать это максимально интересным и для вас. Для тех, кто смотрит это первый раз, это будет крайне познавательно. Поехали! Пульт диджея состоит из обычно двух дек, раз и два, и пульта посередине. Пульт посередине может состоять из двух каналов, четырех. Редкие пульты, в основном в старое время, даже были трехканальные пульты. Есть также шестиканальные, 12, 16, 24, но это речь уже больше о концертных консолях. В случае диджеинга самые навороченные пульты — это 6 каналов, самые простые — это 2 канала, и самые распространенные 4, как вот на этом микшере. В данный момент перед нами топовый контроллер системы Standalone от Denon, Denon DJ Prime 4. Он позволяет играть как с компьютера, так и с флешек, и на самом деле у него 4 деки, потому что каждая дека может иметь переключение между треками, и мы можем сводить здесь 2 трека с каждой деки. Но нас сегодня интересует классическое сведение и классические органы управления, чтобы вы вообще понимали, что происходит за диджейским пультом. Давайте посмотрим, как и из чего это все состоит. Выберем трек, допустим, что-то из того, что у нас есть. Загрузим его в деку. Номер один. Это дека вот здесь. И давайте изучать ручки, которые тут есть. Play и пауза. Нажимаем, и мы слышим, что звук звучит. То есть для нас это абсолютно нормальная и привычная штука, как будто мы включаем кино на видике или на плеере. Кнопка Q. Многие путают ее с кнопкой Stop, потому что она на самом деле останавливает звук. Но обратите внимание, что звук не просто остановился, а вернулся на ту точку, с которой он начал движение. Давайте запустим еще раз и посмотрим еще раз. Нажимаем play и смотрим, что трек движется. Это видно четко по шкале. По маленькой шкале, конечно же. И сейчас, когда я нажму stop, полоска, которая показывает нам движение трека по маленькой wave-форме, вернется назад, трек вернется на исходную точку, потому что Q — это и есть точка. И существует hot Q — это горячие точки, и memory Q — то есть точки памяти, для того, чтобы запоминать какие-то важные фрагменты вашего трека или вашего сведения, то есть то, что вам поможет так или иначе сыграть ваш микс более четко или более продуманно. Нажимаем. Трек вернулся на исходную точку, которая у нас была задана. Мы можем выставить любую другую точку. Делается это примерно так. Выставили точку, нажали Q. Теперь трек будет стартовать отсюда. Проверять это можно нажатием кнопки Q. Если мы на нее нажимаем и держим, трек играет. Отпускаем, трек возвращается на исходную. Нажимаем, трек играет, отпускаем, трек возвращается на исходную. Сделано это для нескольких моментов. Первое, чтобы проверять, тот ли это грув и вообще тот ли это трек. И второе, что вы можете играться ей, когда вы, например, хотите работать с каким-то сэмплом. Например, вот так. Применений масса, но основное применение — это выставление точки. Вернули ее на исходную позицию, и теперь вы видите, что здесь рядышком есть пэды. Они есть практически на всех контроллерах. Эти пэды являются различными функциональными кнопками для режима перформанс. Мы можем выбрать hot Q,
Loop – это режим петли, мы о нем поговорим дальше. Roll или слайсер. Все это работает по принципу вашего выбора, то есть что вы захотели использовать, то и включили. В данный момент у меня выбран режим Hot Cue, то есть это горячие точки. Горячая точка нужна для того, чтобы запускать трек с того места, с которого нам нужно максимально быстро, максимально горячо. И, как правило, это игра с этой точкой, чтобы можно было ей посэмплить или позапускать звук в каком-то определенном темпе. Например, вот так. В данный момент включена квантизация. Я не просто так обратил на это внимание, потому что когда у вас включена квантизация, все, что вы делаете с Hot Cue, начинает привязываться к ритму. Потому что, как вы видите, у трека есть сетка. Каждая красная доля — это сильная доля такта. Каждая белая — это просто доля такта. Вам нужно понимать, что все ваши движения, все, что вы делаете с миксом, все, что вы пытаетесь создать в процессе работы с музыкой, будет происходить по сетке. Эта сетка нужна для того, чтобы ваш микс был красивый, потому как вся музыка пишется по принципу квадратичности 4 на 4. 4 такта по 4 удара ритма. Первый удар ритма, всегда сильная доля, это как слог, как акцент, как ударение в словах. Вы должны понимать, что с этим вам предстоит работать постоянно, если вы будете заниматься электронной танцевальной музыкой. Но давайте посмотрим, как работает горячая точка без выключенной квантизации. Еще раз напомню, что, видите, я нажимаю несколько раз, а точка срабатывает не так часто, как я нажимаю. Останавливаем, выключаем квантизацию и нажимаем. Я могу ей играться. Это происходит потому, что когда включена квантизация, она мои нажатия подвязывает к сетке. И в данном случае белые штрихи — это тоже сетка. И умный компьютер считает, что я промахнулся, нажав на кнопку, и она подвязывает так, чтобы это было максимально четко. Квантизация также работает в момент работы с эффектами, когда эффект будет отрабатывать свой ресурс и свою задачу ровно за один квадрат, или за половину квадрата, или за его четверть. Вы выбираете эффект и его настройку уже в других функциях, об этом у нас будет отдельный урок. Сейчас говорим про простые органы управления. Итак, еще раз. Play и пауза. Cue для того, чтобы ставить метку. Дальше. Performance Mode — это пэды, которые можно использовать в разных режимах. О разных режимах этих пэдов мы поговорим позже. Сейчас мы использовали только самые простые, это горячие точки. Дальше. У нас идет pitch. Это регулировка скорости. Для того, чтобы изменять BPM трека. BPM — это количество ударов ритма в минуту. То есть сколько раз вы услышите ударов ритма за одну минуту. Нажимаем трек и смотрим, как это работает. Трек замедлился. А теперь мы можем его убыстрить. Для чего нам нужен pitch? Для того, чтобы синхронизировать два трека по скорости. В данный момент мы видим, что скорость этого трека 120 BPM. Она четко показана на экране. И скорость другого трека тоже 120 BPM. Но чтобы было интересно, давайте изменим скорость другого трека до 123 BPM. И что будет происходить? Отключим синхронизацию. Запустим трек номер один. И запустим трек номер два. Запустим ровно в ритм. И сначала все хорошо, но потом мы слышим кони. Слышите, что трек разбегается, а расстояние между сильными долями постепенно увеличивается, потому что этот трек играет быстрее, чем вот этот трек. Наша задача сделать так, чтобы эти треки играли синхронно ровно. То есть наша задача синхронизировать их в первую очередь по скорости. Для этого нам нужен pitch. И для того, чтобы вы были хорошими диджеями, сначала вам нужно научиться работать без кнопки синхронизации, то есть без синхронизации ритма. Вы можете сначала посматривать на BPM и находить правильную скорость. Делается это вот так. И смотрите, что будет происходить теперь. Запускаем первый трек.
И запускаем второй. И теперь мы слышим, что трек не расходится. Но есть маленькие коняшки, которые нам надо как-то убрать. И для этого придуманы джоги, для того, чтобы их корректировать. Двигаем слегка джог в другую сторону, и треки синхронизированы. Если бы мы подвинули в другую сторону, скорость опять сбивается. Но это не потому, что треки играют в разных скоростях. Это потому, что треки смещены, а должны быть ровно квадрат под квадратом. Ваша задача — запустить начало одного квадрата на начало другого, чтобы сетка была ровной. Теперь давайте изучим к этой теме еще одну интересную фишку, которая существовала раньше и есть на современных устройствах. Я раз синхронизировал треки, но есть такая штука, как pitch bend. Она обычно находится под питчем, то есть вот здесь и здесь. Забыл сказать, что все деки друг друга четко повторяют. Pitch bend — это то же самое, что джог, только кнопками в плюс и в минус. Я нажимаю в плюс, и треки расходятся еще сильнее. Нажимаю в минус, и треки начинают сходиться. И вот я при помощи нажатия кнопок выровнял эти треки. На данном устройстве также есть такая штука, как pitch range. Это изменение размера питча от большего до меньшего. Давайте посмотрим. Нажимаем Shift и выбираем. И у нас вот здесь меняется плюс-минус 8 на плюс-минус 10. Нажимаем еще раз, стало плюс-минус 20. Еще раз плюс-минус 50. Еще раз плюс-минус 100. На что это влияет? Это влияет на расстояние, на которое мы меняем питч. То есть теперь у нас плюс-минус 100% для этого трека. Давайте послушаем, если мы уменьшим трек при плюс-минус 100%. А теперь давайте увеличим. Вернем питч на начальное состояние. Плюс-минус 8. Именно такое было на классических вертушных техниках. И теперь наш шаг изменения скорости стал более плавный. Это простые органы управления. Давайте их повторим. Play с паузой, Q, Pitch, PD Performance Mode, Jog, перемотка треков, то есть мы можем менять следующий трек, предыдущий, предыдущий. Shift для входа в теневые режимы. Это есть на всех контроллерах. Обычно он маркируется другим цветом, то есть на данный момент все, что написано в белых квадратиках, будет срабатывать, если я буду нажимать кнопку Shift. Поэтому она, кстати, подсвечена белым. И теперь изменение сетки. Это называется Grid. Нажимаем ее, держим, она начинает мигать. Теперь, двигая джог, мы видим, что можно сместить сетку. И теперь у нас сильной долей стал второй удар ритма. На самом деле это неправильно, потому что в музыке это будет слушаться нечетко, но бывают треки, которые при анализе имеют смещенную форму сетки. И для этого мы должны иметь функцию ее выправить. Поэтому она есть на этом контроллере. В софтах Record Box, Tractor, Serato DJ, Virtual DJ сетка меняется через меню, прямо с экрана. Это функция Grid. Нажмем ее снова, нажали, подержали, сместили сетку, нажали снова, сетка вернулась в исходное положение, зафиксировалась. Дальше, функция, которую вам точно нужно знать. Это синхронизация, о которой спорят очень много и очень часто. Диджеи часто на эту тему дискутируют, нужна она, не нужна, но для этого посмотрите вот это видео.
Чё? Кнопка синхронизации — это конец диджеингу? Я не понимаю все этой шумихи вокруг кнопки Sync, мафак. Не используйте ее, если не хотите использовать. Но если хотите, то, пожалуйста, используйте. Люди начинают понимать, что основная цель диджеинга — это чтобы люди на танцполе тусили. Им все равно на кнопку Sync. Не нужно беспокоиться о том, о чем не беспокоятся люди на танцполе. Им все равно, какое оборудование вы используете. Будьте реалистами. На фестивале 10 тысяч человек смотрят на вас, из которых всего 700 максимум. Им все равно, что вы там используете, на что вы нажимаете или не используете. Меня напрягают, что люди парятся из-за всякой фигни. Играйте хорошую музыку и перестаньте беспокоиться об этом гребаном синке. Как мы видим, влиятельные диджеи, которые всю жизнь проиграли на пластинках, в открытую говорят, что кнопка Sync — это нормально. Если вы хотите ей пользоваться, пользуйтесь. Если хотите не пользоваться, не пользуйтесь. Но почему вам показали это видео и почему я об этом говорю? Потому что в самом начале своей карьеры вы должны работать на слух. И для этого вы должны запускать треки четко в ритм. Для этого вы должны научиться считать, и вы все проходили ритмические упражнения. Но давайте напомним. 16 ударов ритма, и мы нажимаем следующий трек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. И на раз нажимаем. Дальше выправляем сетку, трек, и уже потом начинаем сводить. Люди по факту не слышат, когда вы делаете и запускаете следующий трек. Но если бы это было сведение, то это выглядело бы вот так. Давайте начнем заново. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Как вы видите, все мои движения были на один квадрат. То есть абсолютно все замены частот или какие-то ручки крутились, когда было раз. То есть проходит квадрат, и на следующий я что-то делаю. Так логично прописывают продюсеры какие-то фишки изменения в треке, когда его создают. Именно поэтому малый квадрат является основой в момент миксинга. Есть большой квадрат, 32 удара ритма. Но этот квадрат использовать не всегда правильно, потому что какие-то мелкие изменения в треке происходят и на малый квадрат, и даже на его половину. Но для того, чтобы делать сведения четко, вы должны прорабатывать свои сведения, так как вы будете знать свой материал, и от этого ваш микс станет намного чище и четче. Но двигаемся дальше. У нас есть интересная кнопка. Это кнопка K-Lock. Она может еще называться мастер темпа. Это то, когда вы, изменяя питч, меняете тональность трека. Потому что если трек звучит медленнее, то у вас, давайте ее выключим, будет изменяться его тональность. Давайте послушаем, как это происходит. Трек как будто бы стал поджевывать, то есть он стал такой недостаточно естественный. Теперь убыстряем. А теперь нажимаем кнопку. И точно так же меняем скорость. Скорость замедляется, а звук не меняется. Теперь кнопку нажмем в режиме, когда скорость изменена.
На деках компании Pioneer эта кнопка называется Master Tempo. У Denon она называется Keylock. Но и так или иначе, это история, которая влияет на изменение тональности при изменении темпа. Это важная кнопка. И еще одна важная кнопка, которую надо вам знать, это кнопка петли, loop. То есть то, что зацикливает какой-то фрагмент вашего трека и помогает вам, допустим, накладывать один нужный кусок на другой нужный кусок. Пробуем. В данный момент она выполнена в виде вот такого вот барашка, на который можно нажимать и крутить по и против часовой оси. Нажали, выбираем размер петли. Мы можем выбрать от 1 до 64. Петля позволяет нам зациклить нужный кусок от 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1 удар ритма, 2 удара ритма, 4, 8, 16, 32, 64. Теперь трек будет играть в этом диапазоне, постоянно повторяясь. И я могу наложить на него любой другой трек. Функцию loop мы будем изучать в другом уроке более детально. Теперь, очень важно понимать, что основные органы управления — это еще и пульт, на котором есть стандартные органы управления. Это гейн, эквалайзер, высокие, средние, низкие, управление фильтром, прослушка наушников и фейдер. Здесь также выполнено назначение на кроссфейдер работы одной деки или другой деки. Для чего это нужно? Чтобы в некоторых форматах вы могли использовать быстрое сведение. Например, играет два трека. Мы назначаем эту дорожку на А, а эту дорожку на Б, части кроссфейдера. Вот так у нас играет только этот канал, а так играет только этот канал. А посередине играет два трека. Первый и второй. Также здесь есть индикация уровня канала. И для чего нам нужны вот эти кнопки Q? Когда мы находимся в режиме предпрослушки, нажав эту кнопку, мы будем слышать то, что у нас играет с этого канала. Нажав вот эту кнопку, мы можем слышать то, что у нас играет с этого канала, даже когда фейдер опущен и звук не идет в людей. Можем нажать все четыре, можем выбрать только одну. Например, когда мы ищем следующий трек, нам необходимо, чтобы он был изолирован, чтобы мы слышали только следующий трек, а люди при этом его не слышали. И для этого присутствует вот эта кнопка. И секция наушников. Громкость, режим сплит, когда наушник играет в одно ухо, и миксинг, который помогает нам слышать либо секцию предпрослушки, либо то, что у нас выходит в мастер-канал. Теперь давайте сведем один трек для того, чтобы закрепить эти знания, и будем двигаться дальше.